Омская область готовится принять главный символ Паралимпиады. Огонь будет зажжен от пера сказочной жар-птицы. 27 февраля по центральным улицам города пройдет эстафета паралимпийского огня. Порядок ее проведения, маршрут и сценарий церемонии зажжения на днях обсудили члены оргкомитета. Эстафета стартует от Омской крепости и финиширует на Красной звезде. В нашем регионе за основу культурной программы взята знаменитая сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». Есть такая еще версия, что эта сказка возникла в то время, когда Петр Ершов, сибиряк, жил некоторое время в Омске, непосредственно в Муромцевском районе, и слышал легенду о пяти озерах, о чудодейственной силе воды пяти озер, которую знают, безусловно, знают все омичи. И вот та финальная сцена, сцена преображения главного героя в принца, при купании в трех котлах, она могла пойти тоже из этой самой легенды о пяти озерах.